Итак, мы просто поднимаем градус настроения. Расскажу вам, как, что, с чего начиналось. Когда-то давно мы познакомились с Игорем, который пришел к нам в гости со своими молодыми воспитанниками. Обязательно с Игорем пообщаемся, откуда же он нашел такие таланты. Но речь еще шла о том, что в свое время, во время Евро, как раз Танюша рассказала нашим телезрителям, что будет упорно работать над своей техникой и научиться набивать. Ну, справа була в чому? Під час Євро Дмитро Шендрик, коли у нас був в гостях Ігор Півень також, показував свої фінти і штуки. Шендрик Діма каже, а давай і ти будеш набивати. А я стою на підборах у спідниці, як завжди. Хоч хто-то научиться, крім Діми, так? Я не вмію. Він каже, давай, ось поки закінчиться Євро, ти навчишся і 5 разів наб'єш. От вийшло, що там у Тетяни. Мы узнаем в конце нашей беседы интервью. Но, Игорь, расскажи, ты на самом деле, есть ли шансы у девушек также покорить футбольный фристайл? Конечно, я вам скажу больше того. Еще раз доброе утро всем. Пришел сегодня с ребятами, со своими учениками. Зовут его, их Данил, Егор. Это мои ученики. Я вам скажу больше, что учиться могут не так, как мальчики, так, как и девочки. И в других странах, там, в Европе, еще где-то, это очень популярно. Это очень популярно, потому что девочки, умеющие фристайлить, они снимаются в рекламах, они снимаются на бигбордах. Ты слышишь, какое будущее может быть? Я чую, но это не мое. Ну я же с девчонком мяч, это взагалі, я с ним не то, что на вы. Він, мені здається, квадратним. У моїх руках він просто стає трикутним або прямокутним. Він просто десь тут поруч, але не в руках. Смотрю на ваші м'ячі, смотрю, що вони різного розміру. Є нумерація м'ячей, четверочки, п'ятерочки, щось для футзалу, щось для великого футболу, для футбольного фристайла. Який необхідно вибирати правильний м'яч? Взагалі вже давно доказано, що взагалі в футбольному фристайлі підійде абсолютно будь-який м'яч. Абсолютно. Головне, ноги правильні, так? Навіть м'яч для регбі. Но кому-то из ребят удобно четверка, которая по объему 4 мяч, им удобнее так. Вот у меня, допустим, 4. У ребят пятерки, у многих фристайлеров знаменитых тоже пятерки. И здесь ничего такого как бы нет. Я хочу сказать, что в этом есть такое, потому что я на собственных ногах, на собственных руках переконалася, в чем разница, и что со мной стало, какие траблы меня ожидали, когда я училась. Робити цей фрістайл, я вам розкажу трошечки згодом, але я хочу нагадати про те, що сьогодні у нас Всесвітній день краси. Тож ми вітаємо і вас. Тому що набувати гарну м'яч, то знаєте, є теж велике досягнення. Тебе не остановити, ти все время, я так розумію, нас переводиш на другі теми, щоб ми не спомнили о том, що ти будеш набивати м'яч. Я хочу сказати, що у нас є авторський сюжет, який ми зараз переглянемо. Так, і потім ми повернемося до нашої студії та продовжимо спілкування з нашими гостями. Я уже тут вовсю рассматриваю футбольные бутсы, потому что понятно, что у мастера должна быть еще и профессиональная экипировка. Ну, а мы готовы с Игорем и его юными воспитанниками погрузиться полностью в спортивное искусство. Вот давайте сделаем музыку трошечки голоснейше, и будем наслаждаться красою фристайлу. Итак, мы готовы вовсю смотреть футбольный фристайл от Игоря и его воспитанников. Я до вас.
Татьяна, ты училась целый месяц. Смотри, я вам так скажу. Ты училась целый месяц. Во-первых, смотри, ты училась целый месяц. Буквально минута выступления ребят, я готов повторить один из элементов футбольного фристайла. Давай. Хочешь, смотри. Я четко смотрел, как он правильно выполняется. Сейчас попробую. Вот этот элемент я точно только что выучил. Вот это я тоже, я теперь тоже футбольний фристайлер. Ти молодець, тобі хочу сказати. Я перед тим, як виконую свою обіцянку, хочу сказати, що м'ячик це взагалі не моє. І футбол тим паче. Я чесно старалася та гамселила по м'ячу. Мене виганяли з репетиції. І потім вчора епік фейл усього мого життя та цієї футбольної штуки. Те, що я взяла м'ячик на телекомпанії, він значно більший. І мені вчора такі подивилися і говорять: «А ти знаєш, що ним взагалі не можна вчитися? Він, по-перше, спущений, а по-друге, він завеликий для тебе». Що там багато відговорок. І я, ви розумієте, що це просто в жах. Давай так, смотри, от ти, якщо ми з тобою набиваємо два рази, от зараз поки тренування, то будемо вважати, що ти справилась з цим заданням, правильно? Договорились. Итак, два раза набиваем и все. И мы закрываем наш спор. Раз, два. Есть! Все, отлично, два раза получилось. Не, три хочешь? Я, по-перше, дуже довго тренувалася, щоб його ловити в руки. Бо так. Раніше, якщо ви пам'ятаете... Раз, два. Вот ты сейчас просто пожалела наши декорации. В принципе, я видел, что третий был готов. Итак, раз, два, и можно было головой. Ну что ж, могу сказать, что нервно плачет Криштиану Роналду, потому что, во-первых, у нас есть конкуренция в лице Танечки, во-вторых, есть конкуренция в лице есть три раза, есть конкуренция в лице наших гостей, поэтому плачь, Криштиану, плачь, мы готовы тебе составить в будущем конкуренцию. Всем хорошего, доброго утра, большое спасибо, ребята, что пришли к нам и разбудили нас очень бодро. Ну а всем тем, кто решил покорить не только футбольной ареной, но и арены футбольных фристайлеров, дерзайте, надеюсь, что все у вас получится. Далее у нас с вами одна из утренних рубрик. Не знаю, что это будет. Нам просто надо немножко выдохнуть. Я думаю, что как раз учитывая, что у нас был спорт, занимайтесь зарядкой вместе с нашей музыкой.